За окном осень. В комнате осень. А так хочется уже праздничного настроения. И через несколько дней уже Новый год. Чё это я парюсь? Сейчас все в Инстаграме выходят, бросают игрушку и все наряжено. Сейчас я так сделаю, и будет у меня тоже красота. Подождите, ребятки. Сейчас вы все увидите. Нашла игрушку. Закрываем дверь. Так, теперь надо выдернуть вот эту штучку. Выдергиваю, бросаю. Что-то пошло не так. Что-то ничего не сверкает, ничего не крутится, не вертится. Как вы думаете, у меня получилось, нет? Давайте посмотрим. Где игрушка-то? Баффи, ты испортил волшебную игрушку? И из-за этого у меня ничего не получилось. Ну вот, у всего Инстаграм получается, а у меня, как всегда, нет. Придется украшать самой. Ну, это займет у меня день или два. А вы все увидите через секунду. Я, конечно, дико извиняюсь, что я вас заставила так долго ждать. Прошло целых два дня. Ну что, добро пожаловать в новогодний рум-тур. Так, колыбельку я убрала сюда к шкафу, потому что там мы поставили елочку, а стул унесла в другую комнату. В шкафу я вам покажу тоже, какие изменения. Ну, в шкафу, в принципе, ничего не изменилось. Только я осенние куртки убрала и сюда повесила зимние комбинезончики. Чтобы было, если мы соберемся на прогулку, просто взял его отсюда и одел. Не надо его искать где-то наверху. А так все то же самое. Здесь у нас Ария. Как королева лежит одна в люлечке. В красивом новогоднем бодике. С косами такими белыми, как у Снегурочки. Давайте посмотрим на мое дерево. Его немножко припорошило снежком. Видите, на улице снега нет. Ну пусть в комнате будет снег. Одела шапочку совушки. Орехи у нас выросли такие красивые. Украсила стену. Мне очень нравится. Дальше идут новогодние. Снеговик, Мишка. На малыша одели нагрудник, тоже Крисмас. Новогодняя подушечка. И здесь тоже красивые новогодние мишки. Кто у нас сидит на диване? Белочка в красивом новогоднем слипике с Микки Маусом. И Минни Маус рядышком присела. А это у нас два эльфа. Ульяшка играет с сестрой. Эмили эльфик и играет эльфиком. Вот у них такая веселая компания эльфов. И у Ульяшки шикарный костюм эльфа. Ну не милашки ли? Дальше мои любимые Габриэла и Личка. Габриэла в новом новогоднем платье. С оленями, пингвинами. В ушах у нас тоже новогодние пингвинчики. И такие красивые рожки оленя. Завтра поедем на выставку в Санкт-Петербург. У нее будет вот такой аутфит. Не знаю, может, даже и рожки возьму. Уж очень мило она в них выглядит. Олежка у нас. Ну, в том же платьице, в котором мы ездили в Москву. Одели новые туфельки, потому что черные потеряли одну туфлю. И ободочек со снеговиками. И в руке у нее тоже снеговичок. Ну, шкаф я особо не украшала. Внизу у нас сидят двойняшки. Играют Дед Морозом и Снегурочкой. И любуются игрушками на елке. Они в красивых зимних новогодних бодиках. И в шапочках.
Вот такая милота. Ну и, конечно же, наша елочка. Ух, что здесь только нету. Столько разных игрушек. Смотрите, олень сидит на веточке. Устал на лыжах ездить по нашей грязи. Снега-то нет. И сосульки, и колокольчики. И такой светящийся олененок. Гирлянда из елочек. Балеринки. Еще олени. Гирлянда оленей. А вот уже Лерочкин подарочек висит. Приедет, когда на каникулы, будет искать под елочкой подарки. И на елочке тоже. Очень красивые балерины, сердечки. Щелкунчик. Как же без щелкунчика-то? Елка без щелкунчика никуда. И ангелочек, и мороженка. Обожаю свою елочку. Красивые совушки, снеговички. Конечно же, цветы. У меня здесь целый кишмиш. Все подряд. И яблоки, и цветы, и рябина. И завершает елку ангел. Вот так это выглядит. Я не знаю, может, кому-то не понравится, но мне очень нравится. Я люблю, когда много всего. Яркое, и чтобы было что рассмотреть. Здесь у нас новогодний мишка сидит. Уже подарочки лежат под елкой, ждут Лерочку. Вот эта композиция, которая была осенняя, я переделала в зимнюю. Палочку украсила мишурой. Повесила красивых ангелочков. Птичка у меня в клетке здесь, в золотой. Елочки деревянные. Мне кажется, очень даже неплохо это выглядит. Ну, конечно же, на окошке висит сеточка с огоньками. И здесь композиция. Снеговички, елочки. Гирлянда тоже лежит. Вот эти снеговички Лерочка сама делала, до сих пор сохранились. Ну как же без шара со снегом? И вот эта Лера мне мельницу с Дед Морозами дарила давно-давно, лет 5 назад. Уже разбили шар. Он так включается. И мельница начинает работать. Класс, обожаю такие игрушки. Ну, конечно, когда был колпак, еще снег здесь. Вот так вот снег был от воздуха, летел. Это, конечно, выглядело еще круче. Ну, кто-то нам ее сломал, к сожалению. Лишний шум. Красивый получился новогодний подоконник. Дальше тоже у нас новогодние полочки. Ободочки здесь висят. Единорожку зажгла, фонарик. Маленькая елочка, Дед Мороз со Снегурочкой, снеговики, все как положено. В аквариуме у меня была тоже осенняя композиция, теперь новогодняя. Украшения создают такую домашнюю уютную атмосферу. Мне очень нравится. Кто это у нас здесь лежит? А это у нас принцесса Снежинка. Элис в красивом белом наряде. В кружево. С короной блестящей. Ну, точно, феечка. Или снежинка. Переходим на наш комод. Тоже все очень красиво. Единственное, что я не успела что-то сшить или связать детишкам новогоднее. Но времени ни на что не хватает. Смотрите, какой красивый слон. Этот год у нас не только мыши, но по другому календарю это год слона. Я как увидела, а у меня мама коллекционирует слоников, она их обожает, у нее целая коллекция. Вот это чудо я как увидела в магазине, сразу говорю, надо маме купить на Новый год. Вот стоит, ждет, я его запакую красиво и поставлю под елочку. Мне кажется, он ей понравится. Очень шикарный.
Сюда можно класть конфетки или фрукты. Смотрите, прелесть какая. Здесь игрушки наши. Слоник. Висят для деток красивые сапожки. Ждут, когда положат в них подарки. И гирлянда из игрушек. В ящиках ничего не изменилось, поэтому показывать смысла второй раз нет. Может быть, в следующих румтурах и покажу. И в кроватке у нас лежат Джиджи и Брайан. Брайан в красивом костюме с пингвином, прелесть новогодний. А Джиджи у нас снежинка, тоже вся в кружевах, красивая. Их сладкий сон стережет ангел. И вот эта гирлянда очень неплохо здесь смотрится. Давно я ее хотела, мне очень нравится. Гирлянда создает такую уютную атмосферу, такой теплый свет в кроватке. Просто прелесть. На лампу я повесила игрушки, елочка светящаяся и звездочка. Вот такая вот у меня красивая комната. Прям как сказочный лес какой-то. И эльфы, и олени, и снеговики. Кого только нет. Надеюсь, вам понравился мой новогодний румтур. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока. Ну и, конечно, не забывайте приходить к нам в гости снова.